Прием граждан – это отличная возможность лично обратиться к специалисту, который поможет разрешить возникшие, касающиеся правопорядка, вопросы, особенно если это участковый инспектор. Ведь именно он всегда находится ближе всех к людям. В своем районе в лицо его знает каждый житель. В целях повышения уровня взаимодействия органов внутренних дел с населением, оперативного решения имеющихся проблемных вопросов, принятия мер, направленных на защиту прав и законных интересов граждан, Министерством внутренних дел Республики Беларусь организован прием граждан участковыми инспекторами милиции. В общественный пункт охраны правопорядка может прийти любой человек. Правоохранители обязательно выслушают, оперативно решат имеющийся проблемный вопрос, защитят законные права и интересы каждого. Если вопрос, который волнует гражданина, не входит в компетенцию правоохранителя, его обязательно направят к нужному специалисту. Необходимо отметить, что польза от встреч с участковым инспектором милиции также заключается в профилактике. Прием осуществляется еженедельно, по средам, на общественных пунктах охраны правопорядка. В сельской местности это с 10 до 13.00, в городах с 17 до 20.00. Накануне в Бресте на улице лейтенанта Рябцева старшим участковым инспектором Сергеем Щеберко был проведен прием граждан, на который преимущественно явились те люди, которые ранее нарушили закон и вели асоциальный образ жизни, по недомыслию, а может быть и по другим причинам совершили преступления. И неудивительно, что именно они избегали попадания в объектив нашей камеры, ведь сегодня, когда они все осознали и несут наказание, им стыдно. А потому сегодня со стороны участкового инспектора Сергея Щеберко так важно помочь им вернуться к нормальной жизни. Кроме того, что приходят граждане, обращаются с какими-то там обращениями, просят разъяснить какие-то там нормы законодательства, там заявления пишут, еще мы приглашаем лиц, которые стоят у нас на учете, как отбывающие наказание, либо ранее судимые, стоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Вот как вы видели сегодня, пришли вот нам граждане. Совершенно разные у них эти наказания, разные люди, но тем не менее они приходят. У кого-то есть уже нарушение отбытия наказания, кто-то уже заканчивает без нарушения, но тем не менее с ним проводится пробеседа, выясняется, работают они и работают, как образ жизни. Видно даже по внешнему виду, как, что из себя представляет человек, как он справился, не справился, что даже вот этот момент. Вот. Проводится беседа, расписываются, как бы вот они уходят. Наверное, нет больше народной профессии, чем участковый инспектор милиции. Именно он ближе всего находится к людям, знает, какими проблемами живет каждая семья, поможет в сложной ситуации, даст дельный совет. А потому люди приходят на прием в опорные пункты правопорядка. Бывает, что очередь целовыстраивается. Идут, все как-то так бывает, пишут заявления, а бывает как-то спокойно, никого нету. Как-то так как попадает. Спектр вопросов разнообразен. Даже вот пришла девушка, задает вопрос. И даже не знаешь, как это... Для меня даже этот момент нестандартный. Я понимаю, что надо, начинаешь ломать голову, что как правильно даже... Понимаешь, что надо помочь ей. Понимаешь, что это даже относится к компетенции не совсем органов внутренних дел. Так вот тоже часто бывает. Но тем не менее принимаем заявление, как может быть на стадии, может быть разбирательство по обращению, может и помощь будет оказана. Сегодня лучшая оценка работы участкового – это когда на обслуживаемом участке спокойно, а те, кто ранее имел проблемы с законом, стараются изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону.